Для исполнения программы приглашается Милена Потоцкая. Невиномыслие. Пустоты, без твоей красоты.
Армавир. Екатерина Петровна, 12,36. Второе место на данный момент. На лед приглашается Альмира Батчаева. 10 тугин. Thank you.
На лед приглашается Арина Дудникова, Ростовская область. Thank you.
Добрый день, дорогие друзья. Рад приветствовать на нашем канале наших постоянных зрителей и новых подписчиков. Дорогие друзья, поясняю за нашу трансляцию. Трансляция ведется при помощи двух видеокамер и фотоаппарата одновременно. Видео вот с этой камеры будет доступно для бесплатного просмотра после завершения соревнований. Видео вот с этой камеры — это будет шикарное видео с приближением во время выступления вашего спортсмена. Вы можете заказать. Также вы можете заказать фотографии с выступления вашего спортсмена. Для заказа фотографий и видео, пожалуйста, напишите мне запрос в WhatsApp. В запросе укажите фамилию, имя спортсмена, дату и город проведения соревнований. Это сильно облегчит поиск фотографий и видео. Спасибо. Дорогие друзья, ваши заказы – лучшая оценка моей работы. Спасибо. А сейчас послушаем хорошую музыку и посмотрим фоточки. Разминка закончена. Для исполнения программы нас приглашается Меридина Судовичева. Ветер стоит и на
София Пацурия набрала 13,58. Это второе место на данный момент. На лед приглашается Ксения Шепин. Несите. Ксения Шек набирает 11,81. Седьмое место на данный момент. На лед приглашается Вера Мирошникова. Ростовская область. Thought of
Вера Мирошникова набирает 12,86. Четвертое место на лед. На лед приглашается Полина Печенникова. Невиновность. Разрешается разведка третьей группе участников. На разведку приглашены София Решетилова, Виталина Контратенко, Эвелина Сараджева, Элина Чинаева, Софья Амарова, Егор Натеев и Кирилл Кисов.
Для исполнения программы приглашается София Решетилова. Высылки. София Решетилова набирает 14,36 балла и на данный момент занимает второе место. На лед приглашается Виталина Кондратенко. Ставрополь. Участница отсутствует на старте.
Для исполнения программы приглашается Эвелина Сараджева. Невиновность. Эвелина Сараджева выбирает 11,82. Девятое место на данный момент. На лёд приглашается Элина Чинаева. Ставрополь.
Результат Ирины Чинаевой 11,33. 11 место для нее. На старт приглашается Софья Амарова. Высоко. Софья Намарова набирает 10,82 балла. Это 13 место. На старт приглашается Егор Надеев. Ростовская область. Thank you.
Егор Владеев набрал 9,62 балла. На старт приглашается Кирилл Киселев. Высылки. Кирилл Киселев набрал 14,76. Это первое место за мальчиком. Thank you.
Добрый день, дорогие друзья! Вы просмотрели фотографии и выступления спортсменов 3-й юношеский разряд, 2014 год рождения и старше. Наш соревновательный день продолжит спортсмены 2-го спортивного разряда. Должны, по идее. Дорогие друзья, согласно расписанию, второй спортивный разряд начнет свой прокат в 12 часов 15 минут, то есть через 1 час. Для них я открою отдельную трансляцию. А пока, с вами был ваш Артем Анисимов. Всем спасибо за внимание. До свидания. До встречи на нашем канале.